Во-первых, я даже не сомневался о том, что финал будет проведен на высочайшем уровне. Почему я так говорю? Потому что мне посчастливилось поработать под руководством Александра Витальевича Церковного и Валерия Алексеевича Малафеева. Эта пара сейчас возглавляет баскетбольный клуб «Зенит», и результаты этого клуба, они, в общем-то, заставляют говорить о себе только в положительных тонах. Я не сомневался, что здесь будет праздник, потому что я приезжаю сюда второй или третий раз в этот прекрасный зал, который уже практически до конца оборудован, брендирован. Здесь теплая обстановка всегда. И а хозяйство «Зенита», то, что создана академия, то, что есть команды и молодежные, то есть команды всех уровней, думаю, что у «Зенита», конечно же, будет прекрасный резерв. Что касается организации соревнований, еще раз говорю, то есть заочно я уже знал, а сейчас я в этом просто убеждаюсь, что она на превосходном уровне. Конечно, с 12, но думаю, что с 16:30 полуфинала будет намного интереснее. Конечно, финал. «Зениту» надо отдать должное. Мы посмотрели все организационные моменты в Академии баскетбола. Телевизионная картинка очень неплоха. Первый матч МБА и Нижний Новгород был вообще топовый. Я думаю, что пока все, что делает «Зенит» как клуб, как организатор нашего финала 8, пока никаких нареканий.